Новые подробности сегодня появились еще в одном громком красноярском деле. Полиция подозревает подлог при выдаче разрешения на возведение кафе «Кантри» на проспекте Мира. Якобы в департамент градостроительства мэрии было направлено положительное заключение экспертизы. Однако, по версии следствия, часть сведений в документах не соответствовала действительности. Например, в части санитарного и противопожарного законодательства. Так ли это, покажет расследование. Уголовное дело уже возбудили.